Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. ЦСКА в последнем матче регулярного чемпионата на своем льду обыграл «Спартак» 6-1 и стал обладателем Кубка Континента в третий раз. Регулярный чемпионат КХЛ завершен. Подробная таблица на вашем экране. Но прежде чем узнаем, кто же прошел и кто с кем играет в плей-офф, предлагаю взглянуть на последние результаты сыгранных матчей. 17 февраля был сыгран один матч. «Металлург» Магнитогорск по булитам обыграл «Трактор» 1-0. 18 февраля Борис Авангард 1-3, Салават Юлаев Лада 4-2, Югра Металлург Новокузнецк 1-4, Автомобилист по булитам уступил Сибири 1-2, Северсталь Сочи 3-2, Витязь Адмирал 1-3, Динамо Минск Акбарс 3-4, Динамо Москва Куньлунь 2-1, Локомотив Амур 3-5, СКА Торпедо 4-2, ЦСКА Спартак 6-1. И только что завершился матч между командами «Динамо Рига» и «Нефтехимик», который, в принципе, ничего не решал. 3-2, по булитам сильнее была «Динамо Рига». Турнирная таблица Западной конференции. Первые 8 команд проходят в плей-офф. На Западе это ЦСКА, СКА, Динамо Москва, Локомотив, Динамо Минск, Торпедо, Витязь и Йокерит. В Восточной конференции это Металлург Магнитогорск, Авангард, Акбарс, Трактор, Барыс, Салават Юлаев, Адмирал и Куньлунь Ред Стар. Подводя итоги чемпионата КХЛ, давайте еще быстренько посмотрим таблицы дивизионов. Они на вашем экране. В дивизионе Боброва победил СКА, в дивизионе Тарасова ЦСКА, в дивизионе Харламова Магнитка и в дивизионе Чернышева Авангард. И посмотрим еще список лучших бомбардиров и снайперов, которые тоже на вашем экране. Сергей Мазякин по системе гол плюс пас набрал 85 очков и стал лучшим в чемпионате. И также он стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб. За ним идет Илья Ковальчук и Вадим Шипачев из питерского СКА. Схема игр плей-офф на вашем экране, я думаю, она ясна. Первая команда конференции играет с 8-й, вторая, 7-й и так далее. В плей-офф от Запада сыграют ЦСКА, Йокерит, СКА «Витязь», «Динамо Москва» «Торпедо» и «Локомотив» «Динамо Минск». Первые матчи на Западе назначены на 21 февраля. На Востоке «Металлург» Магнитогорск «Куньлунь», «Авангард» «Адмирал», «Акбарс» Салават Юлаев и «Трактор» Барыс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если это видео вам понравилось, было полезное и интересное. Пока, до новых обзоров!